Нина Батурина среди самарских мастеров – рекордсмен. Владеет 32 уникальными техниками декоративно-прикладного искусства. Признается, любовь к рукоделию у нее с детства. Меня с 5 месяцев воспитывал тетя и бабушка. И они мне привили любовь к рукоделию. Я шила, вязала. И это мне, конечно, пригодилось в жизни. Дети, мужу вязала себе. Старалась везде, каждую минутку занять. Работы Нины Батуриной настолько точны, словно выполнены не руками человека, а компьютером. Но при этом в них есть и теплота, и душевность. На первый взгляд может показаться, что вот эти картины нарисованы. На самом же деле это точнейшая вышивка очень мелким крестиком. Выставки народных ремесел сейчас привлекают многих. В музей часто приходят не только ветераны, но и молодежь. Это студенты, причем иностранные студенты, были совсем недавно у нас из Филиппин студенты, которые восхищались творчеством самарских мастеров. Экспонаты после завершения работы выставки не пылятся в запасниках. Авторы забирают их домой, так как многие были сделаны для родных и друзей. А горожане могут насладиться творчеством самарских мастеров на сайте Дворца ветеранов, где они представлены в виде оцифрованной панорамы. Андрей Трой, Максим Гусев. События.